селе там Вучково есть поворот налево к гейзеру. Сейчас подъедем, посмотрим, может будет как раз фонтанчик. Вот крутой подъезд, около километра. Такой вот здесь облагороженный спуск, место для відпочинку. Там беседочки есть, спуск вниз. Да, вот так вот здесь облагородили все. Мы приезжали лет 5, наверное, назад, здесь ничего не было, была только труба. Есть видео, кстати, этого гейзера. Найду, потом отдельно приложу, выложу. Снимали полностью, как он, издержание воды было. Еще ждем тогда. Вот труба непосредственно. Такая труба. Потихонечку там газируется. Ждем. Процесс пошел. Подождали полчаса. Да, и сейчас и дождь идет. Пошел процесс извержения воды. Вода холодная. Это не горячий источник, вода абсолютно холодная. Отходите в гости. Пошел процесс, да? Да ничего страшного. Стой, стой. Вот он, гейзер. Воняет таким сухим запахом, как вода боржоми. Метров 5 поднялся. И затухает сразу. О, гейзер пошел, пошел. Это гейзер в селе Вучково, возле Межигирья. Вот это гейзер, где-то метров 3, наверное, тут. Сейчас пойдем скупаемся. Не, ну он подойдет в конце. Вот уже минута 50. Да где-то до метров 5 поднялся, да? Больше даже, да? Где-то, наверное, просто снизу кажется. Сейчас где-то, да, метр полтора. Человеческий рот как раз, если встать. Ну что, вкусная вода? Не пробовал? Она соленая, да? Ну, говорят, соленая вода очень, как в мертвом море. И железом насыщена. Соленая? Соленая? Соленая и минеральная немножко вода. Минеральная? Да, сделали трубу такую красивую, теперь прям фонтан. Пошел ливень. И снизу, и сверху все прячемся, да? Заканчиваем съемку, наверное. Да, вот так вот затухает гейзер. Еще где-то, наверное, 5 минут он колбасил. Тут некоторые товарищи хотят себе водички набрать. Спадает, спадает и уходит обратно. Вот таким способом хитрым
Николай придумал набрать водички, но она не набирается. Быстрее, давай, 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 давай. Тебе включили кран, давай. Так вот он, пена пошла. Как в принципе и поднимался, так и уходит. Не фонтанирует еще. И ушла вода, да? Пена как шампунь, да? Да, вот такой вот гейзер у нас есть в Карпатах. Но вода очень холодная. Удивительно. Обычно в гейзерах горячая вода бьет вверх. Здесь холодная. Соленая и с привкусом железа и минерала, да? Вот такая есть у нас интересная достопримечательность Карпата. Погнали! Все, гейзер затухает наш. Все. Да?